В Канашском педагогическом колледже открыли мемориальную доску в честь выпускника, старшего сержанта Григория Зиновьева. 34-летний уроженец Чувашии погиб в Сирии при крушении самолета-разведчика Ил-20 вместе со служивцами, выполняя боевое задание. Трагедия произошла 17 сентября прошлого года. Григорий Зиновьев со школы был серьезным и спортивным парнем. В колледже учился на отлично и всегда находил время для общественной жизни. С Гришей мы проучились 4 года с техпедколледжа. И за все эти годы я ни разу не видела, чтобы он показал себя с плохой стороны. Это самый светлый человек, которого я знаю. Самый добрый, позитивный, пластичный, настолько добрый, светлый человек. Хочу сказать огромное спасибо родителям, особенно мама Татьяна Григорьевна. Спасибо вам, низкий поклон, за такого сына, за настоящего героя, мужчину, за настоящего человека. После окончания техникума поступил на исторический факультет Чувашского педагогического университета. Там Григорий увлекся поисково-исследовательской работой. Принимал участие в вахте памяти в Смоленской области. Преподаватели Канарского педколледжа надеялись, что Григорий вернется работать к ним преподавателем истории и права. Но он после получения диплома выбрал армейскую службу. Отслужив срочную, старший сержант Зиновьев заключил контракт, службу продолжил радистом воинской части в Московской области. Оттуда и был отправлен в командировку в Сирию, где защищал интересы России и погиб, исполняя свой воинский долг. Григорий посмертно награжден орденом мужества. 17 сентября 2018 года в ночном небе Сирийской Арабской Республики по мне боевую задачу был сбит российский самолет Ил-20. В составе экипажа в том, на каком улице находился ваш земляк. И каждый раз, заходя в здание колледжа, вы будете задерживать взгляд на мемориальной доске и обязательно вспоминать с благодарностью подвиг Григория, который ценой своей жизни выполнил свой воинский и гражданский долг. Горько и обидно, что уходят лучшие из лучших, полные планов, надежд. Ничем не восполнить, конечно, горечь этой тяжелой утраты. Мы все здесь собравшиеся склоняем свои головы перед мамой Гриши, Татьяной Григорьевной, в первую очередь за то, что она воспитала такого достойного сына, настоящего гражданина Отечества. На открытие мемориальной доски пришли представители органов власти, учителя, одногруппники, друзья и близкие Григория Зиновьева. Они почтили память героя минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку. Олеся Русакова, Республика.